Есть, я, мы не слышали ваш ответ. Почему вы не отвечаете потом на нас? Не сахар, не мед, кто-то, депутат. Давайте позициям білгің келеді. Мен позициям, ал мен позициям, да? Мен аз сіздерге ештеңе деген себебім, өйткені мен де сіздер сияқты көп нәрсені білмеймін. Бірақ қазір ұшыл ситуацияны көріп тұрмын, одан кейін өзім жолымды беремін. Тұрау. Ана мен сіздерге мүлтіп тұрып шығып тұрмын. Мен бұл жерден елдер бар. Ошо элдермен уважаемый элдерим бар, ошол мен советтоо четкенге чыктым. Эми сен элди бөлбө да бирөө уважаемый, бирөө не уважаемый деп. Мы что, не уважаемый получается? Советтоо четкенге эле чыктым, да? Анан я имею право да это делать, но. Жок, публично айтып атпаймынбы? Мен силерге айтып атпаймынбы? Мен бирөөлөр менен бияктан советтоо четкенге чыктым деп атам. Рахмат. Азыркыга чейин жооп бере албайм. Чындыкты айтам. Жеке немемди айта албайм да. Азыр анткени мен билем. Азыр бир нерсе дебисем. Анан кийин Эрлан мындай айтты, Эрлан тигинден айтты дегенде сөздөр чыгат да. Мен андай сөздөрдү каалабайм. Азыр мен баарынан түшүнүп позициям бар. Ай позициямды обязательно айтышым керекпи? Эмнеге? 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 Мен силерге дагы айтып атам. Ал менин мен силерге жооп бербейм деген жокмун да, туурабы? Жок, азыр мен силерге жооп бербейм деп айттым. Можно я скажу, почему нужно лично башкирлердин Казакстанга жөнөткөнгө макулдук бересиңер, бербесиңер деген маселе каралган жана ошондо сенин позицияң да или нет ошондо жооп берсе болду. Каралсын. Каралсын. Мен ошол жерден өзүмдүн позициямды айттым. Нет, жок эмес. Неге жок? Неге жок? Депутаттар чыгып элден сурайбыз, сурап, вот ты как депутат, спроси у нас, чего мы хотим? У нас зачем вы стоите? Вы сайлоучиларда сурайбыз. Нет, нет, я кричу, чтобы меня было слышно. Ребят, мен силерге айтып атпаймын бы. Я представитель народа. Мен силерге дагы бир жолу айтып атам. Мен азыр бир нерсе деп, менин позициям бар. Бирок мен силерге бир нерсе деп айта алып азыр. Анан кайра интернетке чыгып туруп хайп болуп жүрө албайм. Мен позициямды айтам. Чыгам, айтам. Мындай болду, кимдей болду. А сейчас слышите? Бизди, ой, бизди не нуждо. Да, короче, у них там сейчас. Он даже не спросил, что мы здесь стоим. Наши их Почему вы против? Ты без устройства.